Исторический парк «Федюхины высоты» планируют открыть одновременно с началом Крымского военно-исторического фестиваля 13 сентября. В первоочередных планах у организаторов строительство трех площадок – античность, средневековье и первая оборона Севастополя. Для комфортного пребывания гостей в парке предусмотрена современная инфраструктура. Без нее совершить как минимум 10-часовой осмотр исторических площадок будет непросто. Во-первых, он сможет посетить те исторические достопримечательности, которые нами там созданы. А во-вторых, наш парк – это зеленая зона с тропинками для прогулок. То есть это просто возможность для жителей и гостей Севастополя выбраться на природу. Кроме того, для маленьких посетителей создадут свою зону, в планах постройка копии троянского коня. Детей порадует песочница с архимедовым винтом и местом для проведения археологических раскопок. Подряд на строительство этой площадки у нас отдается московской компании «Чехарда». Это российский лидер по строительству детских развлекательных объектов, полностью сертифицированный. Вот. Ну, вы же понимаете, что это непростое дело, детская игровая площадка. Есть нормативы, которым она должна соответствовать, соответствующее лицензирование и материалов, и исполнителей работ. Помимо полного погружения в быт и мирную жизнь эпохи, гости смогут ощутить себя в роли воина и попробовать выстрелить из орудия или поразить мишени в тире. Парк живой истории «Федюхины высоты» продолжит свою работу после закрытия Крымского военно-исторического фестиваля. Режим работы круглый год, за исключением небольших зимних каникул. В 2020 году парк «Федюхины высоты» должен стать полноценным туристическим объектом.